Здесь присутствует наш торговый партнер, единственный в Республике Беларусь со своим частным капиталом, Леонид Романовский, владелец завода «Промис». Ну и, конечно же, недавно было 8 марта, как без девушек, мы пригласили прекрасную девушку, заслуженного артиста Республики Беларусь, Ларису Грибалеву. Вес гири 28 килограмм. В течение 3 минут два брата, чемпионы мира по гиревому спорту. Сейчас я уверен, что больше тут никто не делал. Поехали! Я думаю, надо поддерживать, кто-то кого болит, а все фотографируют, снимают. Рекорд, конечно же, нужно зафиксировать. Мы никого не слушаем. И никому не верим. Игорь, Вадим, давайте, давайте, мы с вами. Прошло 22 секунды. Значит, за облачком. 45, остается 15 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! 3 минуты! Спасибо, сколько? 77. 77. У Игоря? 65. 65, ребята. Я не верю. 65 килограмм. Весь этот парень. Я скажу, почему. 65. Я 85. Поэтому результат больше. Но, значит, 77 плюс 65, 142 раза. Два родных брата на малой родине в честь нашего мероприятия специально для вас. Вот такой вот рекорд. Хотя я и сказал, что рекорда слова не будет, просто достижение. Спасибо Ларисе, спасибо за вашу поддержку. Вес гири 28 килограмм. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Сувенир в студию и бурные аплодисменты. Кто-нибудь созрел перед этим попробовать? А? Паша, поднимал ты гирю, сейчас надо тренироваться по футболу. Держи. Коля. 31. 32. Еще. 33. 34. 5, 6, 5, 7. Я думаю, что эти гири сейчас перекочуют на нижний этаж. И кто стеснялся сделать это прилюдно, могут попробовать в перерыве сделать это, ну, сам с собой. Ну, либо перед друзьями. Вот, поэтому там можно попробовать 28 килограмм, 16 килограмм.